Помощь также получают нуждающиеся жители семьи. На выручку приходят неравнодушные горожане. Сегодня в благотворительный рейд отправились ветераны боевых действий на таджико-афганской границе. Продуктовые наборы они вручили 15 жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продолжится. В этой трудной жизненной ситуации мы хотим протянуть руки помощи, оказать помощь товарами первой необходимости. Любой гражданин, ответственный гражданин нашей республики в такое трудное время делает все, чтобы быть с народом, быть вместе с народом. В Алматы прибыло почти полтонны медикаментов из Турции. Всего 8 наименований. Этот гуманитарный груз был доставлен по инициативе известной фармацевтической компании. Как отметили ее представители, этих препаратов сегодня нет в Казахстане. Все они эффективны в лечении пациентов, зараженных COVID-19. Дают быстрый, хороший результат даже при осложнениях, заверяют производители. За последние месяцы это уже третий груз с турецкими лекарствами. Сегодня также ожидается груз Польши. В виде медицинской масок. Мы также сегодня ожидаем получения гуманитарного груза из Индии. Буквально вчера мы стали свидетелями передачи корейской медицинской компании 1000 тестов.